Ливерпуле Болонь установлено заболевание свиней африканской чумой. По информации, представленной Амурской районной станции по борьбе с болезнями животных в личном подсобном хозяйстве села Болонь Амурского района Хабаровского края, по результатам лабораторных исследований, проведенных Хабаровской краевой ветеринарной лаборатории, патологического материала, отобранного от трупа домашней свиньи, выявлен геном вируса африканской чумы свиней. 7 октября по этой ситуации было проведено заседание районного КЧС. На заседании утвержден план мероприятий по предупреждению распространения вируса. Амурская районная станция по борьбе с болезнями животных совместно с органами местного самоуправления, полицией, приступила к реализации мероприятий. Ограничительные мероприятия, связанные с контролем въезда и выезда на территорию села, устранением инфицированных объектов дезинфекции, продлятся около 10 дней. Просим граждан Амурского района и гостей воздержаться от посещения села Болонь и быть внимательным при покупке свиньи на рынках.